Минута молчания, сменившая речи о жертвах геноцида и фашизме в целом, затянулась. Никто из собравшихся на мемориальном комплексе концлагерь «Красный» долго не решался ни заговорить, ни пошевелиться. Каждый был погружен в свои мысли. А затем двинулись. Все как один. Представители власти полуострова, общественные деятели, школьники и студенты. В знак памяти и уважения узникам лагеря смерти несколько сотен человек возложили цветы к вечному огню. После крымчане вновь попытались найти ответы на вопросы, которые в душе каждого патриота раздаются гулким эхо. Кто дал им власть губить чужие жизни? За что страдал и умирал еврей? В период с 1941 по 1944 в концлагере погибли около 15 тысяч ни в чем не повинных людей. Их расстреливали, сжигали на кострах, травили в газовых камерах. Сколько бы ни прошло лет, к событиям той поры невозможно относиться равнодушно. Это смешанные чувства. Меня одновременно переполняют и грусть за тех людей, которые отдали здесь жизнь, и гордость за то, что их жертва не была напрасна. Сделать все, чтобы это никогда не повторилось, главная цель вечера скорби под погибшим без вины. Для этого важно бережно передать память подрастающему поколению. С такими детьми, которые у нас сегодня есть, мы никогда не допустим, чтобы над нами был черный дым войны, чтобы над нами был этот страшный огонь, чтобы люди умирали. Завершилось мемориальное возложение молитвенными песнопениями раввина. Никто не забыт, ничто не забыто. Событие приурочено ко Всемирному дню памяти жертв Холокоста. Непосредственно 27 января в столице полуострова состоится мемориальная конференция «Память и предупреждение». Стефан Филатов, Сергей Козырь. Утро нового дня.